Сколько? ФЗ 800 гривен. Бокалы ФЗ. Тысячу сколько вы сказали? 1500 гривен. Красивый керамический. М-м. А сколько такой стоит? Мне стирать по-любому будет. И все. Да, это, конечно, классная штучка. Огромное разнообразие натуральных камней. Очень красиво. А вот это вот сколько стоят вот такие вот бусы? Это коралл. А что это, лампа или что это? Не такая тяжелая. Ага. 40? Она со сколами вся. Под нее, да? Да. Чайник ушел и... Еще две есть. Длёва. Длёва. Тоже Длёва. А под него чашечки нету? Нет. В грязи такие симпатичные чашечки. Известная форма, коростень, аэрография. Советский медвежонок. Шаляпина, интересно, что тут у нас про Шаляпина, его роли. Ровочная разделочная доска для рыб. Сколько такое стоит? От 2,5 до 3000 такая сервировочная доска. Ух ты! Бабушкина шкатулочка какая. Ой, сколько же тут всего интересного. Да, красота. Вот это да! Какая ж красота. Так, этот перстень, сколько он стоит? Вот этот. Ой, где он? Вот он. 700-800, это ж серебро, да? И еще этот самый и янтарь. Да, янтарь, конечно. Янтарь, я вижу. Мельхиори. Мельхиори. Так, янтарь? А вот эта брошечка сколько? Тоже, думаю, тоже 700-800. А вот это такое, слушай, такое интересное, это тоже, ой. Это, скорее всего, горный хрусталь. Класс. Серебре. Горный хрусталь в серебре, вау. Ой, какой красота вот это. Сколько такие сережки стоят? Там, по-моему, одна. Одна? Честно говоря, не помнишь, да?
это? Я же бабушкину шкатулку принес. Ну, я еще не перебрал ее. Бабушкина шкатулка. Серебро. Серебро. Огромные керамические вазы, как из музея. Веселая улица, где можно купить что хочешь. Но какие цены? Карамельное стекло так и играет на солнце. Журнал «Огонек», «Ностальгия». Мальва 350 гривен. Ну я поняла. И сколько вот таких штучек бокалов? Это все, что я выставила? А, он 3, 3. А, а он один. Все, поняла, спасибо. Красота. Какая чаша красивая. Это не пошло, это сифон. Видите, как это сифон был серебряный. Это серебряный. 1100 садков. Гобеленовый коврик. Маска. Сколько всякой всячины. Попробуй среди этого всего что-нибудь найти, раздобыть. Цены на барахолке выросли не просто в 2 раза, а в 3 раза. И найти что-то приличное очень и очень сложно. Платок. 450 гривен на барахолке. Кошечку можно купить на барахолке. Вот эти, там вообще очень дешево. А доска, полтинник, ну, нормальная цена. Не китай.
сколько шахматы? Там, понимаете, 300 гривен кувшинчик. Чтобы вы понимали порядок цен, какие стали на Петровке. Чашка 300 гривен. Скань. Цены я обрисовал реальные основы. Могу показать фотографии? Их сейчас нема. Если я знаю, что это не можно, кусок. Можно было бы за что-то разговаривать, а их сейчас нема. Какая парочка. Вот это какая. Деревянные какие фигуры интересные. Это, наверное, с Африки. Тото Кутуньо, который в этом году ушел в иной мир. Тысячи. Представляешь, твой нож уже стоит 1000 на сегодня. Входим в нирваны на барахолке. А вот брошки ты видела? Это с клеймом какая-то. Не, я ж тебе говорю. Ты ж понимаешь. Мода на керамические вазы. Малышку в шинчик. Ну, вам 3XL, наверное, надо. Это уже 5. Нет. 3, наверное. Славный керамический. Шинчик. О, какой. А вот этот штовчик сколько стоит? Он без крышечек, да, без крышечки, да? Пепельница с драконом. А сколько такая пепельница стоит? Это 450. Вот как раз на год дракона, который будет в следующем году. В интернете. Я его искал. Чертика. Классный. Тот, который титановый. Тот продал. Суп. А это я тоже искал, не нашел. Черненький. Сидит зайчик. О, сколько интересных шкатулок. С олимпийским медведем. А вот это... Сколько? 15? Ну, я за 12 их выбрал. Новые 28. А театральный сколько стоит такой бинокль? С чехлом. Ага, даже с чехлом. Да, в оперный театр, конечно, это пошли бы. Вот это кварц, вот механик. Это оригинально. Даже весы можно купить. Куча грустно лежит кукла. И заяц, которые никому не понадобились. Их просто выбросили.